В 2023 году в поселке Новоивановское появится новый детский сад. Проектирование объекта уже завершено. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 300 мест. Общая площадь здания составит более 4000 квадратных метров. Проектом предусмотрены просторные игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы, классы для занятий творчеством, пищеблок, медицинский пункт, необходимые административные и технические помещения. У детского сада будет внутренний двор и открытые игровые площадки с теневыми навесами.